Дорогие друзья, я хотел бы поздравить и вас с Рамаданом и желаю вам счастья. И надеюсь, что будущее тоже отмечаем Рамадан с вами здесь, в Казани. Ежедневно в шатрах Рамадана ифтар получают 1200 человек. Мы находимся в малом шатре, здесь находится 200 человек. В другом шатре ифтар, разговение получают 1000 человек. Пусть Всевышний Аллах Таля воздаст благом всем организаторам. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто накормит одного постящегося, тот получит такую же награду, как будто он постился сам. И альхамдулиллях, организаторы сегодняшнего ифтара выступают очень много благотворительных организаций, очень много частных лиц. Пусть Всевышний Аллах Таля воздаст им за это благом.